Петя Бутея Васи, а еще можно сказать, что Петя, так сказать, бутейший. Он там красивейший, сильнейший. И это тоже вот, значит, в упорядоченном множестве есть как бы такое понятие самый-самый-самый. Но, значит, вот если немножко подумать, ясно, что в частичном упорядоченном множестве на самом деле есть два понятия. То есть вот понятие самый-самый большой имеется в двух видах. Значит, в линейном упорядоченном множестве, когда любые два элемента сравнимы, они совпадают. А в частичных нет. Значит, два понятия самые. В частичном упорядоченном множестве. Ну вот как вы думаете, какие эти два понятия, как это правильно, как их определить? Ну вот самый большой в частичном упорядоченном множестве. Да, значит, x, а наибольший элемент. Элемент частично упорядоченного множества x большое, если x больше y для всех y из x, 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 но не равно самому x, если он больше всех. Вот. Но есть еще другое понятие, на самом деле более слабое, то, что называется, меньшее требование. И я даже скажу, как оно называется. А вы, может быть, отгадаете, как это можно определить. X называется максимальным элементом частичного упорядоченного множества X. Если что? Если он больше всех, это уже у нас есть. Это наибольше. Больше либо равен любого элемента. Нет, но больше либо равен это то же самое. Вот написано, что он больше тех, которых он не равен. Поэтому он больше либо равен любому. Это то же самое условие. А есть более слабые условия. X максимальный элемент, если что? Не существует большего его. Если нет, если в X нет большего элемента Y, который больше X. Вот теперь важно понять, почему это не одно и то же. Можно привести какой-нибудь пример, показывающий, что это на самом деле разные свойства. Пример частичного упорядоченного множества, в котором бы эти понятия были не эквивалентны. Давайте. Ну, скажите. Например, какое-то найдется значение, которое не сравнимо с x. Значит, если x максимальный элемент, это значит, что большего нет. Но разрешается быть каким-то элементом, который вообще с ним не сравним. Да. Потому что они не больше его, и в этом нет ничего плохого. То есть ясное дело, что если он больше всех, то, конечно, нет больше его. Это у нас было такое условие, что элемент не может быть больше другого, а второй больше первого. Но вот из этого следует вот это. Что если элемент наибольший, то он заведомо максимальный. А если максимальный, то, в принципе, вот это не следует. Но чтобы это было более убедительно, давайте приведите пример какого-нибудь множества, где бы прямо так и элемента, который был бы максимальным, но не был бы наибольшим, прямо конкретно. Какое-нибудь упорядоченное множество, я не знаю, там из двух элементов. Можно привести? Можно взять два элемента, которые несравнимы. Это такое тривиальное множество. Ну, например, вот у нас был тот самый круг и квадрат. Ни один из них в другой не помещается. Вообще просто два элемента, они друг с другом несравнимы. Тогда что можно сказать? Кто из них будет максимальным, и кто из них будет наибольшим? Никто не будет помещаться. Значит, никто не будет чего? Никто не будет наибольшим, потому что никто не больше всех. А про максимальные? А оба будут максимальные, потому что больше элементов нет. Давайте я нарисую какую-нибудь еще картинку, уже так наугад, и спрошу вас. Ну, например, вот тоже пусть элементы идут от меньших к большим, ну и, допустим, вот такая картинка.
есть ли здесь максимальный элемент и есть ли здесь наибольший элемент. По схеме это значит, что здесь у нас от каждого элемента идет стрелка к большему. Но если можно пройти по стрелкам, значит меньше. Значит, наибольший будет самый верх, максимальный будет, наверное, потому что это ответвление. Сейчас, значит, вот этот будет наибольшим. Да, а максимальный будет ответвление, которое нацелено. А вот этот будет максимальным. Правильно это или нет? Тот не будет наибольшим, но они оба будут максимальными. Значит, этот не будет наибольшим, почему? Потому что наибольшим можно быть только если ты сравним со всеми. Да, потому что наибольший обязан быть сравним со всеми остальными и быть большим. А вот здесь он с этим не сравним. То есть этот тоже будет максимальным. Есть два максимальных элемента, но ни один из них не будет наибольшим. А можно нарисовать пример, чтобы было, допустим, два максимальных? А один из этих двух максимальных из них был бы наибольшим, а другой нет. Нет. Что, так не может быть? Потому почему? Что, чтобы было два максимальных, они должны быть несравнимы. А чтобы один из них был наибольший. Значит, если два элемента максимальные, то они не могут быть сравнимы, потому что если какой-то из них меньше какого-то, то тогда он уже не может максимально, у него есть больше. Значит, максимальные элементы всегда несравнимы. А если они несравнимы, то ни один из них не может быть. Да. То есть на самом деле могут быть в принципе два варианта. Либо есть наибольший элемент, и тогда больше никаких других максимальных нет. Либо наибольшего нету, и тогда могут быть какие-нибудь максимальные. А может ли вообще не быть ни максимального, ни наибольшего? Может ли быть такое упорядоченное множество? А пустое множество сойдет за упорядоченное? Да, это хороший вопрос. Ни одного элемента. Ни одного элемента. Да, нет, это вы правильно говорите. Пустое множество – это множество. Оно упорядочено, потому что, чтобы нарушить какую-то аксиому порядка, нам нужны какие-то элементы, ее нарушающие. А там и нет наибольших. А раз их там нет, значит, все аксиомы нарушены. А там нет элементов. Значит, и там нет элементов, там нет ни наибольшего, и ни максимальных, ни наибольших, вообще никаких элементов. Ну хорошо, но давайте значит, все-таки я скажу. Не бывает ли не пустое множество без... А наибольшего, ну без наибольшего мы уже знаем, но тут у нас было с двумя максимальными, давайте спросим, без максимального элемента. То есть какой ни возьми элемент, он не будет максимальным. Бывает такое? Сейчас, ну давайте все немножко подумаем. Бывает ли множество, в котором упорядоченное множество, ну в котором все аксиомы выполнены, а максимального элемента нет? Это значит, что для всякого элемента есть больше. Бывает ли такое? Множество натуральных чисел. Да, ну, например, множество натуральных чисел. Один меньше двух, меньше трех, оно даже линейно упорядочено, а наибольшего натурального числа, ну, как говорят, нет. Какое бы мы ни взяли натуральное число, всегда есть следующее. Да, вы подходите другой пример, Павел? Да. Да. Это шаг, например, рассматривание. Да. То есть там получается А больше Б, ну Б больше С. Нет, это правильно, но это не было линейно, это не было порядочное множество. Там нарушалась аксиома транзитивности. Нет, если мы откажемся от аксиомы транзитивности, то вообще у нас как бы все потеряется, и все эти понятия уже непонятно, но нельзя понять. Хорошо, вот не пустое множество без максимального элемента. А может ли быть совсем, давайте я спрошу, что-нибудь конечное? Не пустое множество без максимального элемента. Вот есть какое-то конечное множество, там сколько-то, какое-то конечное число элементов. Они частично упорядочены, выполнены аксиомы транзитивности, но вот это, они меньше, а максимального элемента нет. Может так быть или нет? Да. Формально так, максимальный такой, у которого нет большего. В частности, наибольший тоже по определению считается максимальным. Значит, если в конечном множестве есть наибольший элемент, то этот наибольший элемент и будет максимальным. А может ли быть так, что вот нет максимального элемента? Ну, если нет. Вы считаете, что может быть или что не может быть? Не может быть. Не может быть. А может быть кто-нибудь может привести все-таки пример множества без максимального элемента?
конечное множество без максимального элемента. То есть вот у каждого элемента есть какой-то больше. Ни один из них не годится в качестве максимального, но по той единственной причине, что есть некоторые большие элементы. Так все числа будут до бесконечности. Так какого быть не может, потому что будет противоречие. Почему? Скажите, давайте. По аксиоме, которую мы написали выше. Значит, возьмем этот самый элемент x какой-то. Поскольку множество не пустое, в нем есть элемент. Он не максимальный, значит, есть некоторый элемент y, который больше x. Да, и чего дальше? Как закончить рассуждение? Продолжим идти по стрелкам. Если y максимальный, то будет максимальный. Да. Ну, попытаемся упорядочить, мы идем по элементам, и мы по такому-то последнему. То есть, если y не максимальный, то можно найти еще один, который, мы идем до конца, который больше этого самого y. Мы идем до конца множества, как y. Ну, непонятно, что значит конца множества. Множество конечного, но нет. Поскольку оно конечно, мы в некотором момент войдем в цикл. Значит, поскольку множество конечно, то мы не можем все время брать новые элементы. Ну, до последнего элемента множество. Нет, конечно. Ну, у нас нет первого и последнего. То есть множество каких-то там школьников в этой комнате. Непонятно, кто из них первый, кто последний. Ну, получается, если потому нет что, если максимального, то за каждым есть элемент больше. Да. Раз множество конечно, то в какой-то момент это должно заткнуться. Да. И в чем тогда будет противоречие? Не будет транзитивности, потому что это будет больше, это будет меньше этого, это будет меньше этого, а z будет снова меньше x. Да. То есть получится цикл, но мы знаем, что цикла не может быть, потому что по транзитивности тогда вдоль цикла все будут меньше, и каждый элемент будет меньше самого себя. Вот. То есть в конечном, не пустом множестве всегда есть максимальный элемент.